Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранг, и мы продолжаем прохождение Спайдермен на первом сессион. О, здорово, так вот откуда вы все появляетесь. Симбиотов. Так вот откуда они берутся. Это да. Генератор розовых соплей, сейчас мы его... Бабах! Одним меньше. Так, что это, туалетная бумага, рулон с туалетной бумагой, по всей видимости, у нас с вами наши симбиоты решили... И теперь понятно, на каком заводе образоваться, что это такое. Здесь у нас с тобой туалетная бумага создается, понятно все. Она накручивается на рулоны. Хотя нет, на самом-то деле это, как я понимаю, желтая пресса. Собственно, эти ребята теперь понятно, где решили устроиться работать. И людям доносить ложь. Так. Так, тихо, подожди. С тобой идем сюда. На, давай, ну-ка. Бах! Все. Еще минус один. Осталось два генератора. Два генератора соплей. Розовых. На! Да ты че такой злой-то? Вообще сопли, как могут сопли так сильно урон наносить? Это же бред. Всех соображений вообще логики, физики и квантовой физики в том числе. И химии, и биологии. На! Баба! На! 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 Недостаточно. На! Давай, ну-ка сейчас на нем. Бам! С разгона. Полета. Бам! Что-то все аж... Опа, здрасте. Опа, мимо. Туалетную бумажку кому-то решили подкатить. Кто-то обдрастат. Ты видал, что сделали? Что за жесть вообще какая-то? Это вы называете лажа? Это легкая сложность? Серьезно? Так. Теперь, ребята, надо быть с ними поаккуратнее. Раз пошли такие моей пляски. Недостаточно. Да переключись прицелом-то на... Моя паутина здесь не работает. На другую. Вот эту вот хрень, которую они тут сопли. Все, последний остался. Давай искать, короче, не будем тогда их трогать, просто потому что иначе... Вообще иначе очень плохо все закончится. Магний. Магний. Если его добавить в паутину, о! Она будет гореть. Прикинь. Я одарил огромный рулон химик. Бумаги. Все. Ребята. Моя паутина-ловушка на этих ребят не действует. Это магний, а не паутина. Точнее, так, все. Это последний. Но внизу их должно быть еще много. Все. Так они жариться должны. Эу. Все, а, вон надо было подольше просто держать. Это маловато мне магния дали, если честно. Так. Осталось только вот этих ребят вынести так. Рулон туалетной бумаги. А, все. Кончилось, класс. Мимо, ребятушки. На, подпалим. Так, это, наверное, надо включить, да, как я понимаю, рубильник. Все, что-то выключили. Что выключили, непонятно, правда. Нам с тобой здесь не сообщит. А, во, люк. Нужно узнать, что там внизу творится. Сейчас мы узнаем. Уэй, куда ты слишком высоко полетел. Какие-то странные реально люки. Вообще непонятно, куда-то все время спускаемся. Там такая высота просто, не знаю, метров, наверное. О! Подвал редакции газеты. Кто бы не управлял этими генераторами, он должен быть где-то... Да, подвал редакции газеты, самый, наверное, что ни на есть сра... О, здрасте! Какая-то страшная печь из фильма «Один дома». Только там говорящая, правда, была, здесь она, наоборот, не разевает. Ну как, может, что-то и разевать? Здрасте, тихо. Моча полилась из кранов со всех щелей, потому что... Да что такое-то? Ты что такое-то? Что такое? Что такое? Что такое? До свидания, ребята, не буду с вами драться. Ну вас... Уже какие-то слишком лютые. Ага, еще одна. Генератор соплей. Остался еще один, последний. Так, ну-ка. Открыли люк. Точнее, дверь. И чё? Нам туда предлагают, что ли, лететь? Там огонь. Как туда можно лететь? Зачем ее открыли-то вообще? Подожди, а зачем мы открыли-то реально? Чё она двигается вообще, непонятно, что происходит?
Последний генератор осталось, что ли, найти. Так, здесь мы пришли отсюда? Нет? По всей видимости, да. Ага. Это кто такой? Эу! Да, из огня до полымя. Клон. Какой-то клон. На! Опа! На тебе, леща тебя, отвесим как. Где магний? Давай, поджигай. Поджигатель, куда собрался? Ну стоять, мне не договорили. А, сматывайтесь, испугались? Видишь как? По одному-то драться боятся, только толпой, как волки, нападают. Ай, тихо. Мочой сбило струей. Так, давай дальше. Аккуратненько, открываем еще одну дверцу. Что такое? Какой-то лифт? Все дело в гуманности. Это точно. Так, ладно, гуманность. И в гуманоидах тоже. Гуманные гуманоиды. Теперь я понял, откуда это слово пошло. Здрасте. А ты откуда? С потолка откуда? Так, у нас что предлагают? Куда? Наверх? Да отвалит от меня, пес. Рыжие сопли. Да хорош ты уже. Ну реально, ну надоели. Честное слово, смотри, на лоу хп опять нас оставили. Что происходит вообще в этой жизни? И как, и куда? Зачем, от чего, почему, что происходит вообще в этой жизни? Ага, все понятно, ладно. Здесь закрыто тоже у нас с тобой все. Здесь тоже закрыто. Зачем эти люки-то, это самое, открывать, где огонь горит? Что за дичь? Так, давай, ты ракашка. На! Сейчас моего нука. На! Хоть, чтоб связать его, хоть на секунду, чтобы можно было удар нанести. С одним сражаешься, смотри, себе дороже. 1/3 меня снимает. Хопа, чё это было? Чё-то мы с тобой включили, по всей видимости. Открыли, может, включили. Нам не донесли, не показали. Кусок он что-то... паутины. Или что это, суперклей? По всей видимости, теперь я узнал, наш с вами Спайдермен суперклеем популяется. Хотя, если бы он пулялся суперклеем или клеем ПВА, хотя да, клей ПВА точно неэффективно, а вот суперклей это может быть еще что-то такое, да, быть. На, все. Уничтожили ваш мой роддом. Так, Яндекс.Навигатор проснулся, спасибо. Идем дальше. По всей видимости, это Google Навигатор, потому что он моментами спит. О! Эй, эй, самозванец, самозванец! Итальянец! Вернись! Самозванец. Это кто такой-то? Этот парень меня обманул, и это он выкрал технологию! Мистерио, что ли? Смотри, стенку в стене пробил. Да это читер какой-то очередной, видишь, что он сделал? Просто скопировал Ctrl-C, Ctrl-V, вот тебе и готово. Все, копировать ставить, и вот тебе копию Чак-паука и возделал. Ну, бывает, что такое. Так что, ладно, ребяточки, наверное, давайте с вами на этом пока что остановимся. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, если еще этого не сделали. Так что, скоро увидимся, до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, если еще этого не сделали. Будет много всего крутого и интересного. Пока-пока, ребятушки, не переключайтесь. До новых встреч.